Сочи готовится впервые в истории принять этап всемирно известной гонки «Формула-1». Соревнование пройдет на Черноморском курорте с 10 по 12 октября. А возле трассы уже появляются усиленные наряды полиции. К месту проведения стягиваются и любопытные зрители. Новая трасса длиной около 6 километров включает в себя 19 поворотов. Максимальная скорость, которую могут развить гонщики, 320 км в час.